А теперь наступает время передачи передового опыта. Рыба бикса, но это потом. Рыба соль, рыба чищенная, перемешивается, и потом минут 10 ждется. А за это время берется решеточка, вова решеточка берется, и нежно на нее рыбка раскладывается. Ну не сейчас, надо подождать 10 минут. Раскладывать уже, да, чуть-чуть рано. Это через 10 минут вернется. Тихо. Нифига себе. На дне ольха. Не мало. Веточки, а стружка древесины. О, мало. Закрывается, раскладывается рыба. Уже рыба 10 минут прошло, она подсолела и плотненько раскладывается. Практически без зазоров. Ну, ты знаешь, Жека, нам на один ряд и хватит. Судя, только она хватит на один ряд. Ну и нормально, а зачем нам хватит, а нафига нам будет? Ну ладно, чушь, один ряд тоже ж неплохо. Ну, не обращая внимания, что здесь много писюнов, это у нас традиционно. Нормально. Первый день так делается всегда, блин. В смысле, не пердится, а именно вот так ловится. Вот змей, блин. Вот Вова. Все испортил. Хоть бы улажил. Вова, не на улажу туда. Так, второй ряд. Да высыпь ее просто, блин. Ну, с количеством чуть не угадали, ну ничего страшного. Вода не хочу, чтобы поливать. Что это какой-то, блин, смотри, какой-то это. Пенистый. Рябой какой-то, а не такой. Ну раздвинь, да. Все укладывается в хаотическом порядке. Закрывается все волшебной крышкой. И ставится на нашу Евгения Васильевича. Чудо-печь. Все. Вот. Все. 15 минут ждем. Больше, потому что... 17 минут. Через 17 минут встретимся. Господа. Офицеры. А как икорку? А икорка фантастическая получилась. Про икорку в следующей серии я расскажу, как доставать, как готовить, и именно, чтобы не испортить. Все будет досконально. Наш результат. Вова, а как, бля, под эту херню не налить? Ну да. И несем. О, вот, так вы, ребята, опоздали, я уже сбегал, принес. В больной ноге. Опа, а не налито. После приготовки открывается крышечка, и рыба должна минут 20, 30, 40 подышать. О, вот так. А еще уходит, ее надо бы украсить вот так вот. О, уходит горечь. Смотри, это вкусно. О, вообще красота. Ляпота. А вот после этого уже наливай и пей.